Ну, поскольку это у нас некий повод для встречи, обычно мы утром торопимся на маршрут, вечером приезжаем с маршрута, и как-то времени на то, чтобы сказать, как говорится, при людях, при большом коллективе доброе слово остается немного, но мы всех, как говорится, помним, и особо хочется выделить тех, кто принимал участие в организации мероприятий клуба за последнее время. Вам, значит, сейчас... Санкт-Петербургское региональное общественное движение содействия развитию социальной сферы воли Петербурга выражает на самом деле огромную и отдельную благодарность участникам за помощь в организации мероприятия, за активное участие в организации благотворительного автопробега «Питервыбор» и разведках маршрутов. Памятными дипломами награждаются Грохольский Константин. Грохольская Алена. Питомцы тоже помогали разведывать маршруты. Молодцы какие. За активное участие и помощь в организации благотворительного автопробега «Питервыбор» памятными дипломами награждаются Теплова Дарья. Где у нас Дарья? Не только за помощь, но и за активное участие в работе клуба в сезоне 2018 года. Экипаж Теплова и Шлопак, активные участники клуба. Дюков Даниил. Экипаж Даниила только вчера вернулся из экспедиции «Осударева дорога». И вот он уже на старте автопохода. Пилотенков Александр. Кто может передать диплом, вручить? Спасибо. Шлопак Игорь. Приходько Денис. За организацию, за сбор всех участников. Спасибо большое. И отдельную благодарность мы хотим выразить нашему техническому партнеру. Партнеру мероприятия «Объединение специалистов Гуров Крафт» в лице Гурова Матвея Юрьевича за предоставление звук для нашего мероприятия. Ну и еще за интересный лотерею и участие сегодня. У нас есть отдельный диплом и отдельная благодарность, которая к нам пришла с Москвы. Вручаем от Федерации по спортивному туризму и от президента Федерации Миронова Сергея Михайловича благодарность спортивному клубу «Лось» и ее директору Зарицкому Владимиру Анатольевичу. Благодарность вручает помощник депутата Государственной Думы 4-го созыва Миронова Сергея Михайловича Болдырев Геннадий Владимирович. Дорогие друзья, необычный сегодня день, праздничный день. Для вас, тех, кто уже ходил не раз на эти походы, наверное, почти привычный. Но сегодня совершенно другая окраска этого, благотворительная акция. Животные, которые сюда попали, их каким-то образом поранили люди. И вот
людям бы привести их в норму, дать возможность им реабилитироваться. И те деньги, которые передали, это всего лишь маленькая толика, ради чего мы сегодня собрались. Главное – это показать обществу, людям, показать бизнесу и, разумеется, законодательным органам, и областным, и Санкт-Петербурга, что есть проблемы у данного РКЦ, у данного предприятия, которые надо решать. И вот вы как раз являетесь тем рупором, тем оратором... Александр Борисович, придется ехать. Придется ехать, сопровождать экипаж. Спасибо вам за участие.